Всем большущий привет! Я сегодня хочу показать вам свои покупочки. Небольшой заказ в группе Scrapa Potami. И сделала я этот заказ, потому что там была скидочка 25%. Но на самом деле, даже не это меня больше всего поразило, а то, что я посмотрела американские товары, меня интересовали конкретные наборы, вот которые я как раз и взяла, от Эхо Парк, детские, для мальчика и для девочки. Я была поражена ценам, которые без скидки. То есть набор, стандартный кит-набор, это вот 12 листочков и лист с наклейками, да, ну, как обычно, вот обложечка. Во всех остальных группах я, ну, там цена варьируется, там 1200, там где-то чуть меньше, где-то больше, а в этой группе 750 рублей. Я не знаю, почему так, почему такие цены, вообще просто, я не знаю, как это, волшебные, можно сказать, цены. И плюс еще там была скидочка 25%. Ну и, в общем, это прям очень дешево для этих наборов. Я взяла два набора. И мне, что самое приятное, еще и подарочек положили. Ну, подарочек относится к девчачьему набору, поэтому чуть позже мы его посмотрим. А этот наборчик Hello Baby, It's a Boy, я взяла для большого альбома, который буду делать для Льва. И набор этот меня больше всего привлекает именно цветовой гаммой. Поэтому и он мне подходит, в принципе, потому что для этого альбома я уже взяла два набора. Один набор от фабрики декора со слониками, и второй набор бумаги это от Артузора, который с фольгированием, чисто как дополнение. А этот набор, ну, еще один набор решила взять для этого альбома, потому что не сделать из этой бумаги альбом я просто не могла, потому что шикарный набор. А, ну, как бы он совсем малышковый, то есть тут и сосочки, и там пинеточки, бодики и так далее. То есть ты его не сделаешь там на второй год жизни там и так далее. Итак, давайте посмотрим наборчик, обложечка. Так, дальше идет вот эти наклеечки, лист целый. Наклеечки очень хорошей плотности, поверхность на ощупь матовая, очень приятная. И что мне нравится в этих наклеечках, очень много персонажей, просто всевозможных элементов, таких как там, например, такие кружочки, воздушный шар, игрушки всякие, бодик, елочки, ну и так далее. И также есть и надписи. Их не так много, и это хорошо, потому что они на английском языке. В принципе, куда-то применить можно, но и хорошо, что их не половина листа. Поэтому очень классный наборчик наклеек. Дальше, этот набор меня вообще поразил в первую очередь цветовой гаммой. Очень приятная. Вот это сочетание темно-синего, голубого, желтого просто отличное, обалденное. Мне очень нравится. На обороте такой цвет морской волны, ближе к зелени. И листочки мелкие. А вот здесь на лицевой стороне этого листа такая полосочка, которую, ну, по которой можно посмотреть, какой принт на обороте. Очень удобно. Дальше лист с карточками 10 на 10. Я вообще всегда радуюсь, когда в наборе есть карточки, но на самом деле, когда дело доходит до применения этих карточек, у меня всегда головная боль, как их применить так, чтобы и красиво, и полезное использование этой карточки, да, как-то вот чтобы в тему было. Поэтому не знаю, как я буду их применять, еще пока
нет представления в голове, зато сзади принт просто классный, темно-синий фон и звездочки, как ночное небо, очень классное. Дальше лист вот такой очень активный принт с надписями и с зверушками всякими. И сзади такая полосочка, тут дерево чередуется с белой полосочкой. Лист с алфавитом. Алфавит я не буду применять точно. Единственное, что можно вот тут повырезать, как высечки сделать персонажей. А вообще, конечно, можно и как вот этот фоновый лист использовать. Очень приятный желтый цвет, такой нежный, с треугольничками. Дальше. Тоже, я бы сказала, очень активный принт с бодиками разноцветными. Ну, максимум на подложке ее можно будет пустить, такой лист. На фон точно нет, но вот здесь просто класснючая клетка, очень приятная. Можно и как фон сделать. И снова бодики. Уже висящие как бы на веревочке сушатся тут и... носочки, и бодики, и костюмчики. И тут тоже я бы назвала активный принт, что тут, что тут. Тут всяческие игрушечки на светлом фоне. Так, дальше снова карточки. Тут они уже в размер, ну если это 10 на 10, то это 10 на 15, да. И вот тут такая тематическая есть карточка на рождение ребенка, да, как назвали, дата, в какой клинике, ну и рост, вес, наверное. Тут тоже карточка для записи, а эти просто тут я еще ничего не привык. Ну, я вообще смотрю, я одним глазком подсмотрела, когда получила, но еще ничего, конечно же, не переводила. Надо будет привести, очень интересно. И тоже такие маленькие квадратики, карточки. Тоже было бы прикольно куда-нибудь в композиции использовать. И здесь звездочки разноцветные на светлом фоне. Но он такой не прям белый-белый, а молочный. Это хорошо. Я не люблю, когда просто белесый фон. Мне кажется, что как-то ну, пусто выглядит. Дальше бордюрчики всякие, и есть и узенькие, и широкие. И сзади такая вот приятная, нежная голубая клетка. Дальше лист со зверушками. И на обороте, на голубом фоне, горы и леса. Очень тоже приятный. Просто приятные глазу вообще цвета. Очень здорово. Мне очень нравится. Так, дальше. Тоже на голубом фоне прищепки с лисятами, мишками и звездочками. И опять же молочный фон с горошками мелкими. Так, тут у нас детские эти, как мобили, мобиль, да, называется, как, над кроваткой подвешивается, очень прикольно. Мне очень нравится, опять же, сочетание цветов. И здесь такая полоска, но эта полоска мне немного режет глаз, если честно. А вот этот вот на подложке очень здорово было бы. И вот снова темный лист. Очень мне нравится темный лист. Как это называется? Юрточки, не знаю. Что-то в таком бохо стиле. И снова карточки. Тут уже стандартные 7,5 на 10. И опять же есть и для записи. Но для записи тут только одна. Тут вот что-то тоже для записи, я так понимаю, ну, надо тоже переводить. Ну и очень много с надписями просто карточек. Их опять же можно как-то применить, например, вырезать. Тут мишку, тут воздушный шар. Такой же воздушный шар у нас вроде бы на этих есть, на наклеечках.
посмотрим. Да, но он меньше, и он без львенка. В принципе, можно будет, да, у меня будет альбом большой, поэтому такой размер высечки вполне себе уместен будет. Так, все, с этим набором все. И что хочу сказать, мне очень нравится, что принты не повторяются. Очень здорово. Конечно, вот взять только один такой набор, нет, альбома не получится, потому что, ну, у меня будет просто головоломка, какой принт применить, потому что хочется и то, и это, и вообще все. Поэтому, а вот как, если брать его, например, как основной и что-то к нему в дополнение, то очень даже здорово. Что еще хочу сказать, в этой группе есть наборы, которые как новинка появились, тоже набор 30×30, но там 24 листа, и они односторонние, без наклеек, просто 24 листа вот со всеми этими принтами, и стоит он что-то порядка 1200 или около того. И это, по-моему, прямо супер выход из ситуации, когда тебе надо сделать большой альбом. Это небольшая цена, я считаю, для 24 листов. И причем я где-то вот буквально сегодня смотрела обзорчик у девчонок. Сказали, что листы прям такой же плотности, то есть они все, ну, хорошего качества, их смело можно брать. Так. Теперь наборчик для девочки. Его я даже еще не открывала, но подозреваю, что тут что-то подобное, что и в Мальчуковом, потому что это одна серия. Одна детская серия, да? Так, Мальчуковую берем в сторонку. И хочу начать с подарочка. Я так подозреваю, что это высечки как раз-таки... Ой... Из этого же набора, ну, тут часть какая-то. И мне очень-очень приятно, большущее спасибо. Все-таки заказ небольшой, но вот, честно сказать, подарок очень приятно получать вообще в любом случае. Ну, тут тоже все с надписями. Но я думаю, мне все это пригодится, так как вообще я планирую сделать два одинаковых альбома, два близнеца. Для мальчика и для девочки, ну, для мальчика это для моего ребенка будет, а для девочки я хочу сделать подарок. Ну, вот у меня такая задумка сделать их одного формата с открывашками. Мне, если честно, не хочется, я точнее понимаю, что если буду делать два альбома и больших таких, и у каждого альбома продумывать схемы там или еще что-то, я просто не выживу после этого, потому что один-то альбом вытягивает вообще все силы, а два альбома больших я просто не потяну. И поэтому я для себя решила, что эти альбомы я буду делать по мастер-классу Лены Босс, который я приобрела еще в конце прошлого года, и вот все руки не добираются мне до этого. Поэтому будет два альбома близнеца для девочки, для мальчика. И вот поэтому два таких набора я взяла одинаковых. Так вот, о чем я говорила, что для мальчика у меня там прям вообще очень много всяческих украшалок, чипа, высечек, опять же, бумаги очень много разные. Как я уже сказала, это уже третий набор, который я к этому альбому покупаю. А вот для девочки, я альбом этот недавно решила сделать, просто наши хорошие знакомые стали бабушкой и дедушкой, и я решила сделать им в подарок альбом. И что, и к этому альбому у меня не так много всего, поэтому вот этот подарок прямо очень-очень в тему. Мне пригодится все в этом проекте. Поэтому я очень рада. Спасибо большое за подарочек. Давайте откроем наборчик. И начать я снова хочу с наклеечек. И что тут? Прямо просто... Просто милота какая-то, мне очень нравится такой олененок вообще с веночком и лисичка с повязкой.
Ну, это просто очень мило. Мне кажется, я хочу достать и сравнить наклеечки героев, персонажей. Вот они вроде похожи очень, но вот эти девчачьи фишки, такие бантики, например, тут на зайке, как я уже сказала, вот повязочки на лисенке, кстати, олененок. В мальчиковом наборе его нет, а он вообще просто очень умилительный. В общем, мне прям наклейки очень нравятся. Очень. И, ну, тут то же самое в плане надписей. Они есть, но их немного, это здорово. Есть, опять же, циферки. И всевозможные персонажи, и детальки. Такой стульчик. Стул-качалка. Вообще классно. Нет, мне очень нравится. Я очень довольна наклеечками. Итак, тут тоже наборчик из 12 листов. Все как обычно. Эхо Парк, Hello Baby и It's a Girl. Так что, ну, я извиняюсь за мое произношение дурацкое. Так, первый листочек с карточками 7,5 на 10. И тут то же самое, две, точнее, карточки, где можно что-то написать, и остальные с надписями и персонажами. Все то же самое. Вообще очень здорово. Очень мне нравится этот лист. Тут рисованы розочки с лепесточками на молочном фоне, опять же. Очень классно смотрится. Очень красивый принт. Классно. Так, дальше такой активный, опять же, эти мобили, да, для кроваток. И тоже полоска. Полоска мне здесь в глаза не бьет. В принципе, тут цвета такие более спокойные. Поэтому я не знаю пока, какой я применю. Опять алфавит. Алфавит с персонажами. И такой желтенький с орнаментом, такой рисунок, орнамент фоновый. И тут тоже такой же с надписями и с персонажами принт активный. Сзади полоска просто розово-белая. Наверное, его буду применять. Карточки 10 на 10. Карточки вообще классные. Очень приятный. Мне почему-то здесь карточки больше нравятся. Ну, мне, наверное, просто этот олененок запал в душу. Очень здорово. Ой, на обороте тоже очень приятный. Такой розовый фон нежный. И луна спящая. Очень мило. С облачками. Так, тут бодики. И такой уже насыщенно розовый цвет. С горохом большим. Тут опять же бодики на веревочке, на голубом фоне. Так немножечко коллекцию голубым разбавили. И это очень здорово, что она прям не розово-розовая такая вата. Вот молочный фон с разноцветными звездочками. Большие карточки 10 на 15. И тут тоже стандартно. Имя. Дата, клиника, ну и так далее. Все то же самое, что в мальчиковом наборе. Я так подозреваю, что и вот эти вот, что тут, я не знаю, написано, фразы, они, наверное, тоже повторяются. Вот этот очень мне нравится принт. Так классно. Вообще, опять же, олененок, мишка, лисенок и зайка. Вообще очень здорово. Так, здесь с колясками на молочном фоне. Ну, мне не очень нравятся эти коляски. Не очень понимаю. Вот два активных принта, но вот этот как-то, мне кажется, очень милый. А вот этот какой-то, не знаю, топорный, что ли. И вот такой на сиреневом, нежно-сиреневом фоне. Цветочки мелкие, беленькие. Вот этот очень нравится принт. Кстати, на листе с бордюрчиками есть еще тоже еще одна нумерация по месяцам. Может и пригодится, может и нет. Здесь молочный фон, тоже мелкий горошек. Был такой в мальчиковом наборе принт.
Здесь нежно-розовый фон со скрепочками. Тоже такой принтовым очком был. И такой тоже. Просто меняется цветовая гамма. Очень приятная. В розовых тонах. Но и опять же разбавлена вот этим вот голубым цветом. И это очень здорово. И последний листочек. Тут вот эти милые персонажи. Тоже на молочном фоне с листочками голубыми. И розовая клетка. Очень мне нравятся эти наборы. Ой, я вообще просто в восторге и нисколечко не жалею, что их приобрела, тем более по такой цене. Вообще всем рекомендую сходить в эту группу, посмотреть на цены и поудивляться так же, как и я. Поэтому ссылочку я обязательно оставлю. Всем спасибо за внимание и пока-пока!